Привет, вы на канале София Лак. Сегодня вам хочу показать, как мы будем вот эту вот панную раскраску раскрывать. Поехали. Сейчас я раскрою и включу камеру. Внутри находилась вот такая вот белый тигренок, которую надо, естественно, разукрасить. Вот даже поле есть. Все, чтобы разукрасить. Есть кисточка. Вот такая вот. Ну, в принципе, можно своими добавить. Есть красочки. Вот они, красные, белые. Остальные наждачка. Чтобы, если что, подпиливать где неровности. Вот, вот так вот тигреночка. Или вот так вот тут вот. Ну, тут у неровности нету. Не неровности нету. Короче, я запуталась уже в словах. Сзади вот так вот. Все пусто. Можно расписать вот. Вот такой вот сам. Вот такой. Можно его расписать. Можно по-белому. Белый тигр. Или как вы хотите. Через камеру виднеется, конечно, что это, да, белое, но оно какое-то желтоватое. Поэтому белым тоже красить придется. Также можно добавить своими красками. Еще раз повторяю. Тут нарисовано сзади, какие еще могут быть. И помните, я в прошлом видео, прям за этим, я снимала, как я расписываю вот этого вот кота. Только это черно-белое, у меня там сиамский. Посмотрите обязательно, если не видели. Зайдите на мою страницу, там очень много всего. Итак, тут у нас вот такая вот коллекция. Вот у меня уже есть и вот. Я еще хочу и енотика себе, и рыбку. Так, как смешивать цветы, тут написано, вот в принципе. Серый, вот я, можете приостановить на паузу, и вы посмотрите. Это изготовление, и это тоже в фикс-прайсе. Всем пока, это был канал Софии в лайках.